Вот и наша гостиница. Сколько народу. Это надо просто видеть. Сколько всего народу. А вот какое это лето. Вау. Это все для тебя. Да. Это для меня, ой, ты мой маленький, спасибо. Мам, вот тут шапку можно снимать? Ну, если не жарко. Наконец мы в лифте. Красивый лифт тоже. Скажи привет. Привет. Будем жить на 20 этаже? Да. Да. И сейчас комнату будем показывать, ладно? Да. Давай, выходи. Где наша комната? У нас какая комната, папа? С каким номером у нас комната? 20-003. 20-003. Да. Угадала? Угу. Пошли на наш номер. Пошли. А ну посмотри, это что за чудо? Да, не поднимайся. Подниматься нельзя, это трогать тоже нельзя. А вот снимать можно. А, это все из цветов. Посмотри. Да, видишь? Все из цветов собрано это. Посмотрите, какая красота. Красиво очень. Я люблю цветы. Папа. Ну, Вегас это другой город. Вот так по проходам проходим по казино разным, по гостиницам. Конечно, нам играть нельзя, мы еще маленькие. Но вот так ходим, снимаем эту красоту, чтобы вам показать. И здесь проходы везде, в каждой гостинице. В каждую гостиницу есть проход. Подписчики, знаете, я была в Вегасе, но только я не понимаю, когда был маленький. Вот потому... Да, ты был маленький, да? Тебе еще годика не было. Но первый раз ты ходил уже, начал ходить. Теперь я уже в Вегасе хожу. Хорошо? Да. Да, в бассейне будем купаться. Вот это фонтаны, которые мы вечером будем снимать вам. Здесь поющие фонтаны. А вот гостиница Париж. Эйфелевая башня. Да, иду? Скажи, что красиво. Мама, наш целый бассейн. Вот мы сейчас по мосту идем. Идем в гостиницу Сезар Палас.
Нет, мы идем в другую гостиницу. Ну да, в гостиницу Silver Palace. Видишь, как красиво. Какой мост. Да, очень красиво. Гостиница наша! Да? Да. Тебе наша гостиница понравилась? Да. Ну да, наша гостиница хорошая. Здесь все гостиницы хорошие. Да. Все. А вот и Caesar Palace. Гостиница Caesar Palace. Шикарная гостиница. А фонтанчики не работают. Привет, Эльвер. Можно попробовать водить? Можно. Это копеечная водичка. Какая? Копеечку. А желание загадываем? Я уже загадал. Уже загадал? Возьми копеечку. Ну, бросай. Молодец. Где наша копеечка? Ты видишь ее? Молодец. Давай, брось. Молодец. Желание загадал? Да. Ну все, пошли. Вот и мы в бассейне в Caesar Palace. Как планируем, завтра будет здесь пари. Идем и будем гулять. Купаться. Бассейн уже закрывают, не знаю по какой-то причине, но здесь завтра будет праздник. И мы будем гулять на этом празднике тоже. Эдвард, нравится тебе здесь? Да. Будем завтра здесь гулять? Завтра будем здесь гулять? Да. Ну и отлично.